Эпик фейл короля Артура. При участии Рика Мейла, Мэтта Лукаса, Марвены Бэнкс и Фила Корнвелла. Режиссер Эд Бигнелл. Манускрипт Аруселлы. В 180 градусах к юго-западу от самой северо-восточной точки Британии доблестный, бесстрашный и голубоглазый Артур, король всего и вся на земле, вел диспут о делах сердешных со своей зазнобой. Душа моя, Гвиневра, вам наверняка известно, что я без ума от вас. Когда же мы поженимся? Очень скоро, друг мой. А, прекрасно, значит, решено. О расходах не беспокойтесь, один священник мне изрядно задал. Ура! Нет, ваше величество, постойте! Что такое? Вы должны сделать предложение моему отцу. Вашему отцу? Я и на нем должен жениться? Разве вы меня не любите? Ну что вы, ангел мой, я готов есть песок, по которому вы ходили, пить воздух, которым вы дышали. Да, это все здорово, но как же я? Так и быть, я съезжу к вашему отцу, хотя, если честно, предпочел бы вас. Вам нужно лишь его разрешение, Артур. Его разрешение? Боже, какое облегчение. Лишь у него вы можете просить моей руки. Только руки? А разве остальное не прилагается? Черт, я же... Хотя, постойте. Да, запасная рука может пригодиться. Я выиграл! Вы были неподражаемы, ваше величество. Как всегда. Величество меня не любит. Больше жизни, конфетка моя. Как мне это доказать? Позвольте. Нет, только не это. В прошлый раз я не знала, куда прятать глаза. Я бы желала... Как же его? Манускрипт Аруселлы. Манускрипт Аруселлы? Но это же миф. Его никто из живущих людей не видел. Из мертвых, впрочем, тоже. Не надо, не плачьте. Я хочу манускрипт. Иначе что я подарю своему папочке на день отца? Так значит, он нужен вашему отцу? О, папочка будет несказанно счастлив. А если мой отец будет счастлив, он выдаст меня замуж пораньше. А? Пораньше? Что ж блестяще, голубка моя, кончайте лить слезы, миф это или не миф, считайте, что манускрипт Руселлы уже ваш, но... И вот, доблестный король Артур... Бравый и самоотверженный, еще бравый и самоотверженный. Доблестный, бравый и самоотверженный. И симпатичный. И... Нет, постой, лучше дико симпатичный. Доблестный, бравый, самоотверженный и дико симпатичный король Артур... Вот. Гордо восседающий на своем верном жеребце... Алане. Да-да, на Алане, пустился в Камелот искать совета у своего друга и хранителя... Мудрого Мерлина. Пардон. Ух ты ж, ёк-макарёк, ай да я. Ну-ка еще разок, может и чай сам заварится. Сир! Прошу, ваше величество, входите! Входите же! Да чтоб его! Войти-то можно? Разумеется, сир. Мерлин, ты умный, выручай. Мне нужен манускрипт Руселлы. Это все выдумки, да? Нет, манускрипт Руселлы существует. Но вы бы не лезли, сир. Его охраняют темные силы. Темные силы?
Ну вот что ей мешает ограничиться цветами и коробкой конфет? Манускрипт нужен принцессе? О, да. Хотя не совсем. Это подарок на День Отца. Правда же, милая? Ради нее я готов на любые подвиги. Как вам угодно, сир. О, да, мне так угодно. К тому же ее отец быстрее благословит наш брак. Ты должен мне помочь. Если вам так угодно, сир. Угодно жизненно необходимо. И ты просто обязан мне помочь. Но этот манускрипт стережет Орден Розовых Рыцарей. Возьмите талисман, Ваше Величество. Ну все, довольно. Ой, простите. И зачем она мне? Темные силы будут поджидать вас на каждом шагу. И путь будет услан костьми. Костьми? А может... лучше послать Ланселота? Нет, вы должны ехать сами. Манускрипт следует вручать лично. Согласен, задачка не из легких. Вас ждет масса опасностей. И, может быть, вы уже никогда не вернетесь. Что-то я резко передумал. Вам понадобится защита. Сир, этот талисман куда важнее первого. Ни при каких обстоятельствах не расставайтесь с ним. Ладно. А почему? Я продал его приятелю. Посей, он меня убьет. Итак, бравый, самоотверженный... И дико симпатичный король Артур... И конь его Алан... Угу. Покинули стены Камелота в поисках священного манускрипта Аруселлы. Артефакта, которого алкали все мудрецы, приходившие в этот мир. А теперь и я. Эй, крестьянин, где тут розовый замок? Розовый замок вон там. Вам туда. Только вам бы лучше туда не ехать. Не-не-не. О, нет. Прости, мелочь забыл. Дам на обратном пути. Да вы оттуда вы не вернетесь, а? Из розового замка еще никто не возвращался. Но тут Артур остановил коня. Но тут бравый, самоотверженный и дико симпатичный король Артур остановил коня. С дороги! А вот и дудки. Только если сразитесь с кем-то из нашей веселой компании. А я веселый? Прошу. О, боже мой, моя шея. Все в порядке? Да. Нет, это пройдет. Мне просто надо присесть. На чем я остановился? А, да, точно. Пересечь сей мост может лишь самый достойный. Это ты, что ли? Что-то не похоже. Вам точно не больно? Может вызвать лекаря? Эй, вы жалкие людишки, позовите человеку врача. Нет, мне хорошо, все хорошо. О! Нет, правда, все просто прекрасно. Да. О. А что сразу я? Он сказал, все хорошо, значит, все хорошо. Да, сам значит, сказал, так и значит, есть. Стал бы убрать. Ну вот. Ищите палку и будем биться. Черт, сломалось. Да что же это такое? И на кой мне все это сдалось? Чертов манускрипт чертовой Аруселлы. Да, это в самый раз. Жизнь в лесу, ты прекрасна. Что может быть лучше? Да сколько можно? Позвольте же мне поведать вам.
Да-да, жизнь похожа на один большой пестрый ковер, когда проводишь ее в лесу. Позвольте же мне поведать вам о жизни. Ого, удалая компашка. Он смеется, он над ним смеется, ржет как конь. Вот нахал. Ой. Свистю. Эй, полегче, стой. Да остановись же ты. На помощь! Яблочко. Благодарю тебя, неотесанный муж. Ваше Величество, а я уж думал, вы того. Помнится, вы в розовый замок поскакали. До замка я так и не добрался. По пути меня остановили какие-то бандиты. А, так вы на Робина Гуда напоролись. Ты знаешь этого мерзавца? Троюродные братья по матушке. Он-то малый неплохой, природу любит. Ну вот, лепота. Так значит, вознаграждение это будет или нет? Ладно, ты все получишь. Как только я вернусь из розового замка. Ох, сир, разве я не говорил? Из розового замка никто не возвращался, кроме меня. Но я тогда был молодой и дурной. Ты бывал в розовом замке? О! Ну и какой он? Розовый. Эх, лучше бы вы туда не совались, а? Нет, я должен рискнуть. Гвиневра жаждет получить манускрипт Руселлы. Я дал ей слово. Мчись же, как ветер, мой благородный жеребец Алан. И пусть тебя никто не остановит. Мы должны отдаться этой миссии со всем рвением, со всем напором, бесстрашием, готовностью, верой в себя и прочей гламурной дребеденью. Нет, стой, я же не сел. Привет от меня кузену! Итак, в очередной раз бравый и самоотверженный король Артур, а ну, брысь, балабол, уехал в Шервудский лес в поисках розового замка. Ну ладно, как скажешь. Ой, чувствую, что-то будет. И что-то очень недоброе. Серьезно? Оно и на ровной дороге неприятно. Отменить тревогу. Благодарю. Слышу топот копыт. Довольно шустрый. Наверное, король. Куда скачет? Вниз или вверх по тропинке? Прямо за нами. Да, конь уже рядом. Тебе привет от кузена! Розовый замок, в котором скрывается зловещий орден розовых рыцарей и манускрипт Руселлы.
Значит, я уже близко. Но в этот самый момент Артур услышал грозное предупреждение Мерлина. «Остерегайся, Артур! Темные силы не спят! 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 Спят!» Здрасте. Мерлин? Да, сир. Встань. Простите. Зачем ты явился? Я принес новое послание. Хранители манускрипта прослышали о вашей миссии, ваше величество. Теперь их ярости нет предела. В том случае, если манускрипт Аруселлы попадет в руки отца принцессы Гвиневры, они поклялись натравить на нас смертоносных розовых рыцарей и погрузить все королевство в пучину бедствий. Извини, я сейчас занят. Давай потом, Мерлин. Фу! Откуда эта вонь? Откройте, инспектор по манускриптам. Вот идеальное место. Отсюда я возьму замок штурмом. О, любовь моя, вскоре ты обретешь столь желанные письмена. И, наконец, поймешь, как сильны мои чувства. Все-таки портрет какой-то странный. Нет, нет, нет. Все не то. Извиняйте, принцесса, я, так сказать, дико сожалею, но все это бесполезно. Видите ли, портретная живопись больше меня не вдохновляет. Я как бы это испытываю непреодолимую тягу писать то, чего раньше моя кисть не знала. Как-то так. Ну, что поделать? О! Вот, да, идеально. Гвиневра, не шевелитесь. А, вот оно. Должно быть, именно здесь хранится манускрипт Руселлы. Так, как бы туда проникнуть, не привлекая внимания? Здесь понадобится хитрый план. А, то, что надо. Чудненько. Эх, ты ж, Йорик, теперь будет ныть по утрам. Нашел! Я нашел его! Манускрипт Руселлы! Да ну ладно вам! Все оценили ваш искрометный юмор! Стража, стража, у нас манускрипт попёрли, стража. Впредь будешь умней, олух. Вы правы, я полнейшее ничтожество. Эти туристы ходят и ходят со своими бумажками. Вам тут не библиотека. Так, с меня хватит. Сир, сир. Сир.
не сейчас, Мерлин. К черту темные силы, к черту вашу тактику. Мне некогда слушать твои советы. Обеты и наветы. Но сил! Я зол, Мерлин. Я страшно зол. Я возьму штурмом розовый замок, и ничто не заставит меня передумать. Все понятно, сил, но... Что но? Ваш конь, милорд. Брать замок без коня весьма затруднительно. Учту. Свистю! Мой верный жеребец! Мы захватим замок, и ничто нас не остановит. Только без моей команды не начинать. Мерлин? Я или вернусь с манускриптом Руселлы в руках, или же не вернусь. С манускриптом Руселлы. В атаку! Эллен, это была команда. В атаку. Есть! Дайте же нормально поспать. Прошу прощения, вот ваш горшок. Дико извиняюсь. Боже мой, моя шея. Ой, я не нарочно. Эй? Алан? А вот его конь. Он не мог далеко уйти. Обыщите все, только незаметно. Смешайтесь с деревьями. Домой, Алан, в Камелот. Назад! Приветик я передал. А вот спасибо, милый человек. Я вам денежку-то простил. Моя дорогая Гвиневра, я добыл манускрипт Руселлы. Душа моя, почему вы заперли дверь? Ваше Величество несколько напористы. Ну разве вы не хотите прочесть эти письмена? Как же мне их передать? Если Ваше Величество любит меня, то найдет способ. Да и потом, если бы все было так просто, мой король безо всякого сомнения давно бы... О, простите, ангел мой. Хотя нельзя не признать, что бросок был отменный. Любовь моя. Эй! Эй, это она меня заставила. Если будем драться, помните, никому не позволено шпынять короля.